Приветствую вас, друзья, с вами, как обычно, Alex White, и мы продолжаем проходить игру под названием Oddworld Munch Odyssey. Смотрим, что у нас дальше. Ого! Кстати, здесь еще... А, тихо, блин, ты куда? Какой атак? Какой атак? Ты чё там? Эй, ну ты вообще... Ага. Понятно, Смотрите, у нас там один мудак, он натирает полы. То есть получается, что... ну да. Так, как бы мне... Интересно, если я вот этих... Ах ты, смотри-ка, бегит-ка. Так, а если я сюда не сброшу? Интересно, что сделает? Ох ты, как он заносился, посмотрите, это еще. Ну. О, отлично. На растерзание просто, смотрите. Что творится? Так. Так, ну, пока они, в принципе, тут борются. Сами с собой, да? Ну-ка, этого я могу поймать, нет? Главное, один почему-то бегает. Не вдвоем почему все замутозит. Ну давай, помогай ему. Его, короче, заглючило попал. А, нет, все нормально. Так, ладно, тем самым я пока, в принципе, посмотрю, что мы можем сделать еще. Так, у нас на этим мудаком есть скин. Его я бы... закинул, не знаю, вот сюда, может быть. Так. Ага, а этого я-то и не могу, даже никак его не взять, не позвать, ничего. Ну, позвать-то, кстати, может быть, я и смогу. Так, все, обратно по клеткам бросим его. У них, кстати, кормушки, я смотрю, такие есть. Отлично. Швырнул так еще. Так. О, тут у нас еще один есть. Ну, я честно не знаю, вообще правильно я делаю, что я их сюда ставлю. Кстати, у нас там дверь, да, одна есть. Вот это я не могу никак взять. Нет, у меня не получается. Ладно, выходим. Дружище, как... А, я могу, наверное, просто Эйба сбросить. Ну, как сбросить, спуститься. Эйба сейчас поменять. Вот так еще сделаю. Не поменять, а поймать его. И бросить к этому мудакому. Сделать так, чтобы он подошел к нам, да? Отлично. Ну, блин, я не знаю, правильно ли это дело. Мне кажется, надо их все-таки, наверное, не сюда ставить. Все-таки, наверное, вот сюда их нужно закинуть, наверное. Ну, во всяком случае, я сейчас кидаю... Ой-ой-ой, швырнул пока пиво. Так, аккуратно. И сейчас самое главное еще Эбба нам скинуть. Ну, туда же скинем. Самое главное, что не в клетку. Так, что у нас тут есть? О, блин. О-оу. Стремное какое-то место. Интересно, как мне тогда... Да что ты, ты сладить-то будешь? Нет. Да блин, да ты куда ты? О. Отлично, а то я нажимаю вниз, он зачем-то начинает подниматься вверх. Так, ну это херня. Херня, короче, это, в общем, ненужная, да, нам? Так, открыть я могу... А, в принципе, что я сделал-то? У меня же
Да-да-да. Вот теперь нам и пригодится храм. Не знаю, что произойдет. Надеюсь, что просто дверь откроется, но оттуда, надеюсь, никто не убежит. Ага, есть. Интересно, я сейчас прыгну. А, ну все нормально, ничего не произошло такого. Так, ну ты где там застрял-то? А, я даже не знаю, честно. Так, слушайте, сейчас я поставлю на паузу, что-то музыка как-то громко слишком очень, да уж. Так, ну надеюсь, сейчас будет получше, я музыку немного убавил. Так, я не знаю, мне сюда позвать или нет нашего манча. Ну, в принципе-то... А... Так, так, о. Ну, нормально, ладно. Так. Тихо, стоп, не слазим. Здесь у нас типа портал, да? Сейчас я разведу обстановку нашим манчем. Ну, чтобы за нами мудаканы не бегали, если буду его играть. О, смотрите-ка, что здесь. Здесь собак-то. Ой, да тут не только собак дофига. Здесь еще и слиги. Ух ты, сколько их здесь. Ничего себе. Это, конечно, прикольно, но... Да куда ты, ё-моё, ты чё, куда там запрыгнул-то? Фу-ху-ху. Хорошо, что здесь есть. А, тут у нас вот что есть внизу. Видно или нет, вам интересно. Да, здесь вот мы можем спуститься. Да что ты? Спускайся уже. Отлично. Тихо-тихо-тихо, самое главное не упасть. О, здесь у нас даже есть кое-что интересное. Так, у нас здесь есть эти бочки. Ну что, придется нам взрывать. Я предлагаю, наверное, сейчас мы тогда вот этот уровень пройдем с вами. И на этом, наверное, серию закончим. Я надеюсь, что они здесь возобновляются. Очень надеюсь на это. Иначе я это сделал очень зря. Так. Ого, а, все отлично. Ху-ху-ху. Так, сразу двоих. Ай, они убежали. Ладно, по одному будем их гасить. Ну, в принципе, как бы так-то задумка такая прикольная, да? По идее-то. Что мы можем взаимодействовать с какими-то кранами там. Кранами. Ох ты, как я промазал-то. Напоминает, знаете, эти автоматы такие, да? Где ты можешь взять и попробовать выиграть игрушку какую-нибудь. Типа поймать ее такими клешнями. Но здесь-то клешни такие прям сжимаются, видно, что хорошо. А там специально они такие все отполированы. Так, тихонечко. Совсем тихонечко. Тихо-тихо-тихо. Так, что это у нас? А, это нам нужно, наверное... Нет, смотрите, мы можем по очереди все это сделать. Осталось у нас 18 слигов. Так, ну смотрите, здесь я, получается, не успею, да, просто? Никак не смогу, не успею, да, они сейчас просто все, да, вот они начинают включаться. Те, которые я включил, они уже все подключались. Ну да, это не вариант. Тогда, даже я... Не знаю, что, по одному, что ли? Выстегивать. Но я ведь не смогу, мне кажется. Эй,
Вау, вау, беги, 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 беги. Да ни хрена себе, они тут еще и это. Так, вариант. Ой, он начинает очень быстро бегать. Не знаю, нужно ли нам это все дело. Стоп, 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 подождите, а там я что-то заметил. Так, ну, мудак, он, в общем, за мной не перемещаются. Это такая проблемка получается. Смотрите, здесь у нас еще куча мудаканов. И как мне вообще это дело пройти, я пока не представляю. Ну, допустим, да. Ну вы вообще приколисты, конечно. Ну вы че там? Да вы что такие трудные-то, а? Во что нужно делать так, что ли, делать? Фух. Так, все, стойте здесь, друзья, товарищи. Так, наверх они никак не идут, да? Итак, наконец-то я все-таки разобрался, что нам необходимо здесь сделать. Давайте приступим тогда к тому моменту, который от нас требуется. И наконец-таки уже попробуем попытку, не попытку, вернее, а уже тестовый заезд такой. Если работает или нет это. Да, да, пока работает. Я смотрю, пока что все работает. Отлично. Ха-ха. Нормально, нормально. Так, тихо, только не это. Так, ну, каждый раз так, блин, бегать, конечно. Ох, ох, ох. Отлично, отлично, отлично. Есть. Так, пожалуй-ка я переключусь тогда. Сейчас я раз... Бляха-муха. А раз я разобрался, как быть, то сделаем следующее. Так. Да что ты будешь делать-то? Так, аккуратно, аккуратно. Нет-нет-нет, нам не надо забираться наверх. Так, у нас есть раз, два, две собачонки. То есть весь прикол будет сейчас тогда вот в этом, чтобы заменить сколько-то собачек, одновременно спасая одного из наших мудаконов. Так, все, да? Уничтожил. Отлично. Ой, что я зачем так сделал? Так, не то. Так, ну что, в принципе, как бы вроде понятно все. Я думаю, я тогда поставлю на паузу и буду их перетаскивать, так как все-таки это будет, наверное, неинтересно смотреть. Не знаю, очень долго, и последнего, когда буду уже спасать, наверное, тогда я и включусь. Так, ну все, ставлю на паузу. Решил я немножечко чуть-чуть пораньше снять с паузы. У меня осталось, в принципе, два человечка, я уже... пятерых, шестерых, восемь, вроде бы восемь мудаканов здесь было. Сейчас постепенно пробегая, получается, у нас тратится все-таки жизнетухи в виде птичек, которые показываются, да. Сейчас у нас, в принципе, более-менее нормально, но уже где-то примерно 4 мудакана, или даже может быть 5,
когда я уже более-менее их как бы спас, у меня осталась совсем вообще одна просто птичка. Ну и, конечно, пришлось специально погибнуть, чтобы у нас жизни восполнились. Так, бежим, 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 бежим. Все, у нас остался один друган. Стоит, ждет, наконец, своей очереди. В принципе, там, по-моему, хватило бы и нескольких. Да, по-моему, как раз-таки пятерых хватило бы. Но зачем нам пятерых? Нам нужно всех спасти. Все, бежим. Главное не набежать на мину. Всех собак мы перестреляли, так что... Так. Давайте, давайте, давайте. Есть. Отлично. Okay, get to work. Hey, what's happening? How you doing? Hey, Gabe. Hey, what's happening, Abe? Hey, Gabe. How you doing? Hey, what's happening, Abe? Кто-то там еще так шепеляет. Так, у нас остался еще один, да? Так. Да, у нас на бег было включено. Нет, нужно поближе подойти. Еще ближе. Да ну ладно. Подождите-ка. Все никак не могу привыкнуть, что у нас Манч это все дело делает, вызывает, открывает порталы. Так, что у нас тут вроде бы все, да, все закончено, да, и пойдем мы наконец-таки дальше. Ага, где-то мы появились. Так, что тут у нас за рожа нарисована? Типа собачки какие-то, да? Как будто бы. Сделаем вид, что я понял, что он сказал. Так. Немножко на самом деле начинает иногда раздражать все-таки вот эти звуки. Звуки почесывания. Зачем сделали так их прямо часто и так громко еще? Причем не убавляется, если я убавлю эти звуки, то тогда исчезнут другие. Так, где у нас тут еще? Че? Так, посмотрите, у нас там... А, у нас там еще одни часоточники стоят. Хорошо, попробуем тогда манчем поплавать немножечко и посмотреть, что мы можем здесь сделать с этими клетками. Ой. Нет, мы здесь что-то не можем запрыгнуть. Ага. Там стоит у нас лик. И здесь стоит. Так, пойдем сначала сюда. Ага.
Это я зря, наверное, сделал все-таки. Да, двоих у нас все-таки уничтожил Слик. Единственное, что я не могу найти, все-таки эту вещь-то, где мы могли бы... Так, стоп. Хорошо. Так, здесь у нас нет никого. Так, можно было, кстати, открыть дверцы, и глядишь бы, может быть, все-таки эти мудаканы пошли бы с нами, помогли бы убить Слига. Где-то у нас напитка почему-то нету. Был бы напиток, был бы попроще, я бы хотя бы и током бы мог их шандрахать. Не понял. Странно, это что за блин такой? Очень-очень странно. Смотрите, какие ворота периодично как бы закрываются, да? Так, ну что делать? Попробуем тогда провести вот этих. Что у нас тут еще один есть, кстати? Ты смотри-ка, он не хочет. Так. Так, что-то я не понимаю, их там двое, что ли, стоит? Или он один там сам... А, нет, их двое, смотрите. Да, и одна еще это какая-то летающая штуковина там. Шипастая. Как мина водная. Делал я быстрое сохранение. Попробовать, что ли, их как-то повыманивать. Смотри, она их тупо перемещает, да, туда? Блин. Да что такое-то? Так, отлично. Давай. Отлично. Фух. Так. Здесь мы избавились от этих. Так, куда мне? Куда же мне лучше пойти? Сейчас я загляну, кстати, сюда вот. Что у нас здесь есть вообще? Так, 10. Ладно, 10. Что у нас, кстати, вообще? 26. Ага, здесь у нас получается этот какой-то камень, глаз какой-то превращает обычных зеленых мудаканов вот в таких вот, да, с палкой с какой-то. Понятно.
ask you and your buddies like they're going out of style, I'm gonna help you turn lazy Madakans into mean, green fighting machines. Consider this transformation shrine a gift from yours truly. Ага, по ходу дела мне нужно будет использовать наверху в кольцах для того, чтобы открыть дальше проход, наверное. Наверное, мне придется от этих мудаканов с костями в руках, да, с какими-то палками или с чем. Их, по ходу дела, придется использовать. Да, отлично. Так, ну что делать? Так, пойдем тогда освободим быстренько тех, которые сидят в заточении в клетке. Здесь нам придется эти штуки все-таки пособирать. Так, ладно. Давайте-ка я еще, наверное, одного трансформирую. Типа это он там нам по секрету что-то сказал. Сейчас пойдем надубасим тогда Слига очередного, который вот здесь стоит и ждет нас. Так, отлично. Кстати, у нас что здесь? Здесь у нас... А, да, сейчас же здесь у нас свободно. Так, итого сколько у меня с костями, с этими, с палками? 3, 4, 5, да? Это будет шестой, если я его трансформирую. Так, но пока рано это делать, и, наверное, сейчас мы пойдем все-таки задолбим тех слигов, которые где-то еще здесь, вот они находятся. Так, стоп. А там что такое у нас? Что за непонятная горочка какая-то? Отлично. Так, итого, в принципе, все живы. Это хорошо. Ух ты, у нас тут еще двое. Тогда я как раз таки не зря ушел. Ты смотри, они одного мудака загасили все-таки. Двух маленьких живых существ и одного мудака, да? Ах, блин, ну что делать? А придется подниматься-то в гору и проверять. Так, здесь у нас один ходит, но я его использовать никак не могу. Да, здесь у нас 6. Okay, little elbow grease, guys. Да, точно, одного не хватает. А, вот, снова появился. Отлично, тогда сейчас я его и трансформирую. Ты куда там убежал-то? Так, ну звуки, конечно, там такие ужасные.
Так, все, идем на место. Слушайте, что-то это не есть хорошо. Зачем их закрыто? Фиг, блин. Так. Так, тут, наверное, нам дают возможность куда-то пройти, да? Так, тихонько, если мы тихонечко пойдем, то мы придем вот куда. И как же они мне прикажут уничтожать-то все-таки этих? Слив, блин, я не знаю, как мы туда... Попасть-то я попаду, а вот как мне уничтожить кого-нибудь хотя бы одного? Так, попробуем сохраниться. Так, ну что, я в принципе записался. Что я предлагаю сделать? Наверное, тогда мы эти все загадки будем разгадывать в следующей уже серии. Там время, наверное, у нас уже подошло к концу записи. Ну все, в принципе, на этом тогда закончим. С этого же места начнем, как по традиции, как обычно, да. Всем спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, кому понравилось. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.